Ермак, Дмитрий Кедрин. Пирует с дружиной отважный Ермак В юрте у слепого кучума Средь пира на руку склонился казак Грызет его черная дума И пенным вином наполняя стакан Подручным своим, говорит атаман Немерено вдоль и не пройдено вширь, Покрыто тайгой непроезжий, У нас под ногой распростерлась Сибирь Косматою шкурой медвежьей. Пушнина в сибирских лесах хороша, И красная рыба в струях иртыша. Мы можем землей этой тучной владеть, ее разделивший по-братски, Мне в пору кучумовы бармы надеть И сделаться князем остяцким. Бери их, кто хочет, да только не я. Иная печаль меня гложет, друзья. С охотой отдал бы, я что не спроси, Будь то самопал или уздечка, Чтоб только взглянуть, как у нас на Руси. Горит перед образом свечка, Как бабы кудель выбивают и вьют, А красные девушки песни поют. Но всем нам дорога на Русь заперта Былым воровством бестолковым. Одни лишь для Татя туда ворота И те под замочком пеньковым. Нет спору, суров государев указ, Дики на Руси не помилуют нас» богатство, добытое бранным трудом заморских земель и окраин, тогда лишь приносит корысть, если в дом их сносит разумный хозяин. И я б этот край, коли дозволите вы, отдал бы под высокую руку Москвы, послать бы гонца, государю челом, ударить кучумовым царством, чтоб царь позабыв о разбое былом, казакам сказал «Благодарствуй, тогда б нам открылась дорога на Русь». Я только вот ехать туда не берусь. Глядел без опаски я смерти в лицо, Я в царские очи не гляну. Ермак замолчал, а бесстрашный кольцо Сказал своему атаману, «Да я туда съезжу, была не была». Не срубят головушку, будет сыла. Хоть крут, государь, да умел воровать, Умей не срабеть и в ответе. Конца не минуешь, а двум не бывать, Не жить и две жизни на свете. А коль помирать, то... Кого не спроси, куда веселей помирать на Руси, Над хмурой Москвою не льется трезвон. Со ста сорока колоколин, Ливонской войной государь удручен, и тяжкою немочью болен, главу опустив, он без ласковых снов, сылов в Кремле принимает нежданных послов. Стоят в грановитой палате стрельцы, бояре сидят на помосте, и царь вопрошает. Вы кто молодцы, купцы, альзаморские гости, По да что вы, ребята, ни свет, ни заря, явились тревожить на девушку царя? И, глядя без страха Ивану в лицо, с открытой душой по-простецки. Царь, мы русаки, отвечает кольцо, и промысел наш, не Купецкий, молю, хоть опала на нас велика, не гневайся, царь, мы, послы Ермака, мы, выйдя на дон из московской земли, губили безвинные души, но ты, государь, нас вязать не вели». А слово казачье, послушай, дай сердце излить, коли свидаться пришлось казнить нас, и после успеешь, не Чего натворила лихая рука, Маша кистенем на просторе, То знаешь, широкая Волга река, Хвалынское бурное море, Недаром горюют, а нас до сих пор В разбойном приказе петля до да топор. Но знай, мы в Кучумову землю пошли Загладить бывалые вины, в Сибири, От белого света вдали. Мы бились с отвагою львиной, Там солнце глядит, Как сквозь рыбий пузырь, Но мы, государь, одолели Сибирь. Нечасты в той дальней стране города, Но стылые недра богатые, Пластами в горах залегает руда, По руслам рассыпано злато, Весь край этот взятый в жестокой борьбе. Мы в кованом шлеме подносим тебе. Немало высоких казацких могил стоит вдоль дороженьки нашей, но мы тебе бурную речку Тагил подносим, как полную чашу. Прими эту русскую нашу хлеб-соль, а там хоть на дыбу послать нас изволь. Иван поднялся и, лицом просветлев, что тучею было затмилось, промолвил, казаки, отныне свой гнев сменяю на царскую милость. Глаз вон, коли старая вам помяну, вы ратным трудом искупили вину. Поедешь обратно, лихой Исаул, Свезешь атаману подарок. И царь из-под лобья глазами блеснул, Свой взгляд задержав на боярах. Так вот как, бояре, бывает подчас. Казацкая доблесть — наука для вас. Казаки от царского гнева, как вы, У хана защиты не просят. Казаки в Литву не бегут из Москвы и ссор из избы не выносит. Скажу, не таясь, что пошло бы вам впрок, когда вы запомнили этот урок. А нынче быть пиру, хилков породей, чтоб сварены были пельмени во славу простых немудрящих людей – Сегодня мы чару запенем, Мы выпьем за тех, кто от трона вдали Печется о славе российской земли. В кремлевской палате накрыты столы И братины подняты до рту. Всю долгую ночь Ермаковы послы Пируют с, Ивановым, с Иваном Четвертым. Хмельная беседа идет в круг стола и стонут московские колокола.